1-1. Ну что ж, уважаемые друзья, мы вас приветствуем на втором этапе Национальной парусной лиги. И мы потихоньку начинаем награждать всех участников и победителей этого этапа. Напомним, что Национальная парусная лига – новый инновационный проект Всероссийской Федерации парусного спорта, призванный популяризировать яхтинг в нашей стране, ну и, конечно, работать на раскрутку яхт-клубов нашей большой страны, омываемой 13 морями и двумя океанами, по-моему, да? Сразу видно, что по географии у тебя была как минимум хорошая отметка. Это точно. Для вас, собственно говоря, сейчас работаем мы, Ваня Бедзили, Алексей Жиров. Ну и мы начинаем, друзья. Мы приглашаем на эту сцену двух самых главных людей второго этапа Национальной парусной лиги. Это, конечно же, президент Всероссийской Федерации парусного спорта Владимир Николаевич Силкин. Ваши аплодисменты! И главного судью регаты Анну Владимировну Деянову! Владимир Николаевич, пару слов для всех собравшихся. Ну, мне кажется, нам Питер подарил потрясающую погоду. А мы, с другой стороны, подарили Питеру потрясающие соревнования. Я думаю и надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем проводить в Питере этап, вот весь этот резолит будет забит зрителями, которые будут также переживать и нервничать, как это делали наши друзья, которые болели каждый за свою команду. Спасибо, Владимир Николаевич. Анна Владимировна, пару слов тоже для всех участников. Ну, самое главное, видите, Питер нам предоставил прекрасную погоду, а мы ее попытались использовать. Спасибо Питеру, спасибо Всероссийской Федерации парусного спорта за покупку бонуса на хорошую погоду и хороший ветер. Спасибо вам огромное. Ну что же, начинаем. Спасибо. Владимир Николаевич, мы вас пригласим, когда будем вручать медали первой тройки. А теперь давайте приготовим ладошки и поаплодируем. 11 место. BF-тим. Виктор Букин. Ваши аплодисменты. 10 место. Яхта «Забава» Санкт-Петербург. Речной яхт-клуб Санкт-Петербурга. Сергей Бахарев, Марат Хаиров, Игорь Мироненко, Алексей Шадрин. 9 место. Конаково «Риверклаб». Каганский «Марк». Батраков Иван, Ксенофонтов Дмитрий, Марков Артем. 8 место. Владивосток 7 футов. Далеко-далеко. За горами, за лесами расположен Приморский край. Прекрасный город Владивосток. Илья Ермаков, Анна Санникова, Маргарита Ахметова, Егор Зуев и Александр Патрушев. Ваши аплодисменты еще раз ребятам, которые проделали 9 тысяч миль и пролетели 11 часовых поясов, или сколько там у нас? 11 или 12. Ну и причем они делают это не первый раз, они же участвуют практически в каждом этапе. То есть для них этот путь уже знакомая дорога. И начинается праздник, это сигнал, я тут смотрю. Это сигнал. Они в нас целят, Ваня, 100%. Они целят в нас. 7 место. Про яхтинг Сколково, команда, которая нас сегодня и вчера поразила. Про Сколково Филиппов Виктор, Кирилюк Павел, Киселев Владимир, Некрасова Елена. Ваши аплодисменты. 6 место, друзья. 6 место у команды, которая заняла первое в прошлом этапе. Яхт-клуб Пирогово. Владимир Силкин, Алексей Крылов, Владимир Иконников, Николай Черников. Добрались до пятерки. Первая пятерочка. Руссотранс. Вспомните, это победители первого отборочного тура. Это фавориты Золотого флота. Руссотранс. Морозов Юрий. Ларионов Егор. Кузьмин Максим. Сысоев Павел. Ваши аплодисменты. Одного шажка маленького лилипутика не хватило следующей команды, чтобы ворваться на пьедестал. Друзья, команда Руссеван Таганрог. Кирилл Подольский, Сергей Шевцов, Роман Константинов, Виталий Рожков. И мы начинаем объявлять призеров. Владимир Николаевич, просим вас подойти к нам, помогать вручать эти прекрасные медали. Вот здесь вот у нас они находятся. За третье место отдаем вам. И третье место завоевала команда... «Газпром Юз Сейлинг Челлендж». Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Сергей Авдонин, Вячеслав Иванов, Виталий Русу, Анатолий Шатров и Александр Ересов. Третье место. Аплодисменты не стихают.
Ребята, пока вручают медали, как впечатление? Похоже на Оскар? Конечно. Что же может быть лучше? Только первое место, но мы вас надеемся увидеть на следующем этапе в Конаково. Приедете? Надеемся. Скорее всего, да. Давайте, молодцы. Добавлю от себя, что точно да, но перед этим предстоит некоторый путь. Маленькие сувениры от оргкомитета, от партнеров второго этапа компании Calvin Klein, которая очень активно поддерживает парусный спорт в Петербурге. Я уже затрудняюсь вспомнить чуть одну регату, где они не вручали нам призы. А также у нас еще Ланкастер. Попозже, я вас понял. Попозже, Ланкастер. Второе место, друзья, в родном городе. И опять Санкт-Петербург, яхт-клуб Санкт-Петербурга! Анна Басалкина, Вячеслав Мартынов, Егор Игнатенко, Артем Басалкин! Аллигаторы парусного спорта покусали сегодня всех и завоевали второе место. Анечка, как впечатление? Отлично. Хочется погоняться еще, да? Можно было бы. Завтра. Договорились. Завтра на том же месте в тот же час. Ваши аплодисменты яхт-клубу Санкт-Петербурга, друзья. Не завтра, а буквально через 2 недели в Конаково. А пока подарочки от наших партнеров, пожалуйста, примите. Надеюсь, они разделены на мужские и женские. Все подойдет. Ну что, друзья, давайте аплодировать. Навигатор Sailing Team! Алексей Бунзя, Антон Сергеев, Константин Беспутин и Олег Гусев. Первое место. Красивые, загорелые, сильные парни поднимаются на пьедестал второго этапа Национальной парусной лиги. Вот они. Чемпионы! Навигатор Sailing Team! Молодцы! Должна вылететь еще пробка шампанского. Нет, желательно нет. Как симпатично смотрятся команды на подиуме. Посмотрите, форма, загорелые лица, настоящие спортсмены, подтянутые фигуры. Это еще раз подтверждение, насколько спортивной была борьба на этом этапе. Ну что ж, друзья, ручки. Да, конечно, самое главное. Все работает. Ребята, улыбайтесь в кубок. Улыбайтесь в кубок. Ура! Второй этап Национальной парусной лиги. Команда «Навигатор Sailing Team». Первое место. Поздравляем всех. Завершением второго этапа, друзья, любите парусный спорт, ходите на парусных яхтах. Ура парусному спорту, 3-4! Ура! Даже не знаю, откуда взялась традиция выпивать из кубка, по-моему, просто декоративно. Да, я сейчас чувствую, еще будет выпивание шампанского, у нас подносят дипломы, еще какие-то подарки. Не уходите никуда с подиума. Мне кажется, туда влезет бутылки 4. А, подарки для всех команд. Ну, сейчас вручим, да. Поздравляем «Навигатор Sailing Team», друзья. Спасибо вам большое. У меня просьба ко всем участникам регаты пройти вот сюда, вот на площадь. Вот здесь площадочка. Я сейчас вас проведу и сделаем общую фотографию вместе с чемпионами, с призерами второго этапа Национальной парусной лиги. Выходите, пока у нас, пожалуйста, тут сюда. Разбивает шампанское. Можно вернуться, потом будет в основной шатер. Выходите сюда. Вот здесь вот. Я руку поднял. Подходите ко мне. Друзья, подходите все. Сюда поближе. Подходите все болельщики, участники Национальной парусной лиги. Покомандно выстраивайтесь. Призеров и победителей попросим вот сюда в центр встать. Нас сейчас будет снимать скрытая камера сверху, и мы им помашем все вместе.
Да, проходите в центр. Ребят, ребят, проходите сюда. А, Артем, вставайте сюда, все вместе туда. Можно за чемпионов встать, это нормально. Абсолютно. Все сюда, уходите, все сюда, ребят. Ну что же, друзья, давайте поприветствуем летающую машинку сверху нас, помашем ей ручками. Второй этап национальной парусной лиги завершен. Куда-то она улетает от нас. 1-1. Еще разок сейчас придется. Ну давай, подлетай уже. 1-1. Мы счастливы, что мы вместе. Сейчас в столб уйдет. Ну что, камера, мотор, мы можем? Можем, да? Поехали, машем! Воу, пока! Отлично! У нас еще какие-то подарки для всех участников. А, давайте теперь сфотографируем. Ну что ж, друзья, сейчас еще будут небольшие подарки всем участникам регаты, а также дипломы за участие. BF Team, Забава, Конаково, Ривер Клаб, 7 футов. А куда подходим-то? Где мы их вручаем? Сейчас друзья, можно пройти в основном шатер, где шампанское. Подходите к сцене, пожалуйста. По бокальчику шампанского и заодно получим дипломы. Уважаемые друзья, подходите в шатер. По бокальчику шампанского и получим призы и подарки для всех участников национальной парусной лиги. Ну, они сейчас там с ним и фотографируются, по-моему. Поздравляю, Владимир Николаевич, с завершением. Прекрасный ивент получился у нас в Санкт-Петербурге. Более 5000 человек следили за гонками. На прямой трансляции на официальном канале и в YouTube-канале Всероссийской Федерации парусного спорта. Не уверен, что за награждением следило такое же количество. Я думаю, что человек 100 максимум следил. Ну, если посчитать их семьи, дети, любовницы, соседи все, то можно набрать тоже неплохую аудиторию. Это точно. Это рулевой команды «Навигатор Сильный Тим» Бунзе Алексей. Мы вас знаем хорошо по классу СБ-20. Надеюсь, туда вы тоже вернетесь. Нет, теперь я стараюсь, пробую свои силы в Мелджесе 20-м. Надеюсь, там будет все хорошо. Хочу еще пару слов просто сказать, что все, кто стояли на предостале, первое, второе, третье место, в каждом экипаже был представитель города Омска, каким и я являюсь в том числе. То есть, и что очень приятно, и парусный спорт в городе Омске, он, оказывается, есть, и мы молодцы. Спасибо. Собственно говоря, для этого-то и создана Национальная парусная лига, чтобы открывать старые и очень новые парусные места. И мы очень рады, что Омск сегодня проявил себя как нельзя лучше. Действительно, на пьедестале в каждой из команд были представители Омска, Санкт-Петербурга. Еще Москвы, Таганрога, Владивостока, и можно много назвать городов, которые приняли участие здесь в командах, да, Екатеринбурга. Ой, кого только не вспомнить. Здесь было очень много спортсменов со всей России. Ну что, получаем дипломы и призы. Девочки, вы готовы? Пока что можно. Кубок временно вернулся на свое привычное место. Привычное в эти течение двух дней место. Можно сфоткаться с этим прекрасным изделием. Также у нас здесь шампанское для участников, для судейского комитета. Само собой, Анна Владимировна, пожалуйста, для вас. Для Вани позже. Но с вами с удовольствием. Анна Владимировна, спасибо за великолепную регату.
не первую и не последнюю. Спасибо комитету ампайров. Ну что ж, уважаемые друзья, мы завершаем трансляцию второго этапа Национальной парусной лиги. Любите парусный спорт, ходите под парусом. Пока-пока, друзья. Увидимся на следующем этапе в Конаково. С вами был Алексей Жиров и Иван Бедзиля. Пока.